Здравствуйте, меня зовут Алекс Рафаэль, или Тоня. Сегодня я исполню свой небольшой акустический сет. И песня, которая его открывает, называется «Я правда стараюсь быть лучше». Она рассказывает о... Спасибо. Она рассказывает о внутреннем кризисе человека. Все мы с этим знакомы. Спасибо. О, нет, так все-таки не будем делать. Следующая песня называется «Молча дома» или «Лучшее лекарство». И она рассказывает об ощущении дома. Иногда мы находимся очень далеко друг от друга, но тем не менее кажется, будто под одной крышей. Человеку, человек.
человеку, нужен человек, нужен человеку человек. Следующая песня, она за собой имеет сказочный сюжет, вот, который я попыталась перенести на нашу действительность. Вот так вот, она называется «Алиса». Знаешь, Алиса, я помню свой дом. Там лес был сразу выше, из кирпича вечно длинных дорог, где воздух под самой крышей. Волнистая нить моих темных дворов зацепилась за городские углы. На худых серых шеях покоится Бог, где без веры так трудно жить. И Алисе в стране чудес на Алгаре чудес не бывает, и Алисе в стране чудес на Алгале чудес не бывает. Знаешь, Алиса, я многое видел, но не то, что тянет обратно. Будто повсюду в изгибах улиц здесь оставил себя аккуратно. Нам никогда не дано выбирать, но если бы мог, я взял бы свой крест. Ведь здесь сердце живет, здесь сердце поет, а пускай давно нет в стране чудес. И Алисе в стране чудес на Алгале чудес, чудес не бывает. И Алисе в стране чудес на Алгале чудес не бывает. Спасибо. Следующая песня, которую я исполню, она называется «Свечи», и она метафоричным образом рассказывает о человеческих жизнях. Мы живем до тех самых пор, пока в нас горит огонь. Пока виден свет живых глаз, гонимый вверх по стенкам аорты среди ежедневных замученных фраз. Думаем ли о конце нашей хорды? Теплая кровь из восков живых, без огня лишь холодные свечи. Наш век освещает века других, в глазах смотрящего он бесконечен. Он бесконечен. Однажды все мы станем ветром и частью одной большой системы, наполненной дымом, гарью и пеплом, но там все равны в краях Эдема. И украсив небесные сферы, мы будем вечным сиянием разума. Плоть состоит из мяса и веры, и как не поняли сразу мы. И как не поняли мы. Рождения покупаем торт и вставляем различного рода свечи. За каждый прожитый нами год задуваем их, и начинается вечер. И летят дни календарных листов, мы пришли одни и уходим тоже. Но пока внутри нас есть любовь, мы будем жить от сердца до кожи. От сердца до кожи. Есть любовь, мы будем
жите от сердца до кожи. Следующая песня называется «Мир», и кажется, что она о чем-то актуальном, нынешнем, но задумка для ее написания возникла давным-давно, вот, как говорится, она о вечном. Наше окно поросло диким деревом, нам не видать перспективы из терема. Голос зовет, ждут родимые дали, только вперед, но нам карты не дали. Лодка плывет по тихому озеру, кто нас там берем, красы, куда нас увозят. А ветер несет шум железных империй, с ним заберем красоту диких перьев. Я спою тебе, за, я спою ни о чем, я спою про себя, я мечтаю закрыть глаза и проснуться в мире, где можно в любви захлебнуться, где безопасно ходить под небом, неважно под черным или под белым. И пока мое сердце билось за даром, я поджег себе душу и устроил пожар дома. Смотрю в дальний угол и не вижу портрета, святого портрета. Для веры здесь нету. Завтра мне в путь далеко и с рассветом. Звезды мерцают, как край сигареты. Что меня ждет за границами света? Что меня ждет там, где я не была? Я спою тебе, ведь спою тебе, за, я спою ни о чем, я спою про себя, я мечтаю закрыть глаза и проснуться в мире, где можно в любви захлебнуться, где безопасно ходить под небом, неважно под черным или под белым. И пока мое сердце билось за даром, я поджег себе душу и устроил пожар там. Сейчас сделаю небольшой перерыв, извините. Следующая песня называется «Птицам тоже трудно», и она рассказывает историю. Мы очень часто привыкли сравнивать себя с, ну, другими людьми, и зачастую во многих стихотворениях и песнях мелькают метафоры о птицах, о том, что им гораздо легче, чем нам. Но так ли это на самом деле? Птицам тоже трудно, им летать не дано. Свыше они учатся этому. Юные, они рвут свои крылья об крыши. Они дождем запивают хлеб свой, им кажется, что видят сны, но мечты у них не о благе, им бы выжить опять до весны. И птицам тоже трудно, птицам тоже жаль, крылья.
юка и крылом рассекая небо. Ветер их враг и ветер их друг, без ветра бы жизни не было. Нам бы хотелось быть ими, нам бы хотелось и крылья, но у Бога нет любимых, мы одинаково им любимым. И птицам тоже трудно, птицам тоже жаль. Крылья — это груз, который тянет и вдаль. Птицам тоже трудно, птицам тоже жаль. Но не остановиться. Спасибо. А следующая песня, она называется «Диагноз осень». Я тушу руки об сигареты и танцую на граблях. Это мое любимое хобби. Осень ждет в московских дворах, а меня в московских дворах. Пальто не греет, шарф, шарф тоже. Я потеряюсь среди листвы. Кто хранит секреты, шкаф? Шкаф может, но на деле я и ты. И шаг влево, и шаг вправо, я давно уже без сил. Мне от осени лишь надо, чтобы ветер уносил мои чувства, мои беды и ошибки лета. Но, к сожалению, победы без борьбы ждать не дано, ждать не дано. Вихри листьев в сонном танце, увидание округи, и покажется прекрасным все то, что мы не любим. Нам ведь нужно слишком много, но зачем мы с вами знаем ценность миф? Спроси любого. Диагноз осень, ну, встречаемого. И шаг влево, и шаг вправо, я давно уже без сил. Мне от осени лишь надо, чтобы ветер уносило мои чувства, мои беды и ошибки лета. Но, к сожалению, победы без борьбы ждать не дано, ждать не дано. Следующая песня, она скорее больше стихотворение, и я ее написала после своего первого выступления, поэтому вы можете целиком и полностью прочувствовать это настроение. Она называется очень жизнеутверждающая, «Таланта нет». Thank you.
такому итогу пришло поколение и вера в себя. Неплохой афоризм, но кого не спроси, в голове атеизм. И ты проводишь часы в своем блокноте, каждому слову подбирая по ноте. Стертые пальцы до песен ВОЗ, в музыкальном поле настоящий колосс. И настанет час, и прикованы взгляды, и десятки глаз. Далеко, но так рядом, свет софитов горит, и микрофон настроен, а ты стоишь и молчишь, а ты почему-то расстроена. Все говорит внутри неизвестным чувством, тебе страшно и боязно в свете тусклом. Ты слишком поздно поняла назначение слова. Талант — это вера в свою основу. Талант — это вера в свою основу. Спасибо. Следующая песня называется «Автобусы». И она, как и все мои песни, про любовь и про жизнь. Не ходят на этой станции, но день не такой, он к закату идет. А мы что-то ищем тут так неустанно, возможно, всех тех, кто нас подберет. Скорая мчится, пропевая сирену, кто-то умирает в этот самый аккорд. Симфония жизни толкает нас на измену, но нет, не жене, а себе, идиота. Наша жизнь точно легче станет, если бы мы поняли простой алгоритм. Отец нам сказал, гуляйте, я занят, для вас все плоды мои ядовиты. Он дал нам землю, стыд и свободу, а дальше мы все сотворили сами. И с каждым днем все дальше от Бога, с каждым шагом все дальше от рая. Стоптали подошвы ботинка, из-за войн мы поимели наш мир. История крутит нам пластинку, одну и ту же, с множеством дыр. Но люди так глухи, слепы и немы, что им до музыки, что до искусства, что им до знаний, что им умы, что им любовь и что им чувства. Наша жизнь точно легче станет, если бы мы поняли простой алгоритм. Отец нам сказал, гуляйте, я занят, для вас все плоды мои ядовиты. Он дал нам землю, стыд и свободу, а дальше мы все сотворили сами. И с каждым днем все дальше от Бога, с каждым шагом все дальше от рая. С каждым днем все дальше от Бога, с каждым шагом все дальше от рая. Дан-да-да-да-да-дан. А следующую песню я еще не играла на сцене. Она прям новая.
Она называется «Гимн Творца». И, наверное, она рассказывает про таких вот людей, как я, которые еще пока неизвестны. Вот. Но, тем не менее, делают свое дело и стараются вложить в него как можно больше души. В одной орбите мы наблюдаем наши события, множество красных нитей, вышиты этим картины бытий. Мне уже четверть века, и не знаю, в какие двигаться страны, чтобы быть человеком, чтоб не казаться нелепым и странным. Хочется силы, но не знаю, где взять и как без вреда. Я должен быть славным и милым, но кому должен, не понял пока. Это гимн Творца, без имени и лица. Глаза боятся, но руки делают. Мы декорация, временно тут. Временно тут. Однажды ко мне подойдет седой невысокий прохожий. Он вроде бы знает меня, и я его вроде тоже. Он спросит, как я живу, как здоровье, работа и дома. Он спросит, куда я иду, и начнет говорить о своем. А я все тот же мечтатель, все хотел дотянуться руками до звезд, собрать их в огромное сердце и использовать место упавших слез. И это гимн Творца, без имени и лица. Глаза боятся, но руки делают. Мы декорация, временно тут. Временно тут. Временно тут. Ну что, стоит ее записать, как думаете? Да? Спасибо, ладно. Так уж и быть. Запишу. Мой сет подходит к концу, и последняя, наверное, песня, которую я бы хотела исполнить, это песня «Девочка Февраль». Она рассказывает об очень грустной, очень холодной девочке. Я подумала, что, наверное, это песня автопортрет в некоторой степени. Я не знаю, бывают ли такие. Надеюсь, вы разделите ее историю. Девочка Февраль, голубые глаза, холод ее рук вечно ищет тепла. Беспокоен след ее быстрых шагов. Девочка Февраль боится сильных ветров. Девочка Февраль, голубые глаза, ты же понимаешь, что так дальше нельзя. Ненавидишь тех, кому даришь любовь. Девочка Февраль, внутри горячая кровь. Тай-т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 ай
февраль, голубые глаза. Ты же понимаешь, что наступит весна. Слова твои пули от постоянной войны. Девочка, февраль, но на душе ее цветы. Но на душе ее цветы. Но на душе ее цветы. Все.